Почему сейчас так много бесплодных пар? Ну, во-первых, это главное. Это от того, что женщина выходит замуж не девственницы, а у некоторых уже побывало до 20 мужчин. Поэтому их утроба набита всякими бактериями, враждебными организму женщины. И она просто не может зачать. Это первая причина. Вторая – аборты. Вот этот нежный аппарат материнства, он весь в рубцах. То есть яйцеклетка не может даже прилепиться к стенке матки. В-третьих, гормональные противозачаточные препараты, которые нарушают весь гормональный строй биологического объекта, который вдруг решила, после того, как годами принимала эти контрацептивы, она решила стать матерью. Вот почему. Поэтому 20% женщин у нас бесплодно.